Нам есть где рожать теперь. Важно будет после рождения. Вот куда распихать все. Куда, да. Теперь будет куда. Сегодня первые лица республики и Абакана заложили кирпичи первой стены детского сада на 300 мест по улице Чехова. Причем 80 мест будут для детей от 3 месяцев. Остальные от 3 лет до 7. В здании будут не только группы для ребятишек, но и бассейн, медицинский блок, а на территории игровые площадки. В общем, современный детский сад. Кстати, сегодня у него появилось официальное название. Так вот, Егорушка или Филиппок? Давайте с вами выберем. А почему, да? Смотри, Егор Гайдар был, Филиппа не помню, а почему не Володенька? Ну, вот сказочного героя такого нет. Программа федеральная же. Ну что ж. Вот Егорушка или Филиппок? Я склоняюсь к Филиппку. Слушай, мне тоже нравится Филиппок. А стоит Филиппок чуть больше 200 миллионов рублей. Большую часть денег дала Москва, плюс десятую часть добавил город. Это все в рамках федеральной программы строительства детсадов и яслей. Кстати, в столице Хакасии будет еще один похожий садик, тоже на 300 мест, в микрорайоне Арбан. И на этом не все. Москвичи дали денег не только на Абакан. На сегодняшний день нам распределена сумма из федерального бюджета 621 миллион. На эти средства будет построено 5 детских садов в республике Хакасия. В Алтайском районе будет 2 садика, ясельки по 60 мест. Это сам Белый Яр и Подсинее. В Аскисском районе сам райцентр, село Аскис, 120 мест, 60 там ясельки и Абакан. В итоге получается, что около 1000 дошколят будут устроены в сады. Причем половина из них – это дети от 3 месяцев. Но это в ближайшем будущем. Пока строители трудятся над первым из 5. Сдать детский сад строители должны в августе 2019 года. В том же году Филиппок распахнет двери для первых малышей. Артем Михалков, Денис Тимербулатов. Новости. 7 телеканал.